Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на ваших экранах новый коллекционный танк 9 уровня Объект 452К. И первые свои 10 баллов из 10 получают художники, которые сделали просто великолепную внешнюю машину. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно, не только за внешний вид мы выбираем себе тачки, нам бы хотелось, чтобы они что-то еще и могли в бою. Что может этот малыш и как им пользоваться, мы сейчас будем разбирать. Что собой представляет его орудие? Вполне себе комфортная пушка с огромным количеством минусов, но не таких больших, как казалось. Время сведения 4,3, 0,358 разброс, хороший ДПМ, это с учетом того, что установлена амуниция и оборудка, 2345, время перезарядки 11,77, 460 единиц альфы с пробитием 246 мм. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 7. И в бою, в принципе, все это довольно неплохо помогает. Но есть, ребята, и проблема у этого танка, это его броня в корпусе. Нижний бронелист просто огромен, находится под таким углом, что пробивают его все, кому не лень. И плюс еще есть щеки корпуса, которые тоже довольно неплохо шьются, что не позволяет нормально, толково отыгрывать ромбом. Но, ребят, все-таки зацен брони должен быть немножко через другую призму. На доп. Ресурсе машины нет, поэтому будем заценивать в тренировочной комнате. И для сравнения я взял Kampfpanzer 70. Дело в том, что на 9 уровне это тяжелый танк с самым низким пробитием в 245 мм. И как вы видите, у объекта 452К крайне огромная пластина нижнего бронелиста, которая будет выцеливаться с любых расстояний. Ну а что касается щек, о которых я только что говорил, то пробиваются они абсолютно спокойно, даже с таким пробитием, как 245. Да и восьмерки, в принципе, вполне спокойно данного красавца прошивают как в бортину, так и в щеки корпуса. То же самое, ребят, касается и нижнего бронелиста. Есть вот такая вот интересная зона в башне, которая появляется под определенным углом, и есть еще дополнительный треугольник на выступе орудия на башне. Но, ребят, не все так страшно, не все так плохо. Сюда, правда, никто вас выцеливать не будут, потому что там, как вы видите, можно вполне спокойно, без сведения, с огромным разбросом бросать в корпус и будут пробивать. Но если объект 452К займет выгодную для себя позицию, а именно от какого-нибудь холмика, спрячет свой нижний бронелист, то он превращается в такую себе красного цвета неприступную стену. Пробить его практически невозможно. Может быть, какая-то редкая десятка, и то под очень большим вопросом, потому что угол склонения брони верхнего бронелиста крайне классный, башня низенькая, силуэт танка в принципе небольшой, и вот в такой вот позиции мы его пробить не можем, а он нас пробивает в самую нижнюю точку, то есть угла склонения орудия больше, чем достаточно для того, чтобы выцеливать нижние бронелисты, стоя за такими укрытиями. Можно немножко пощекотать его фугасом. Но, ребят, с общим запасом прочности, который есть у данной машины, вы будете размениваться однозначно не в свою пользу. Ну, только если вы не играете на 452К, потому что в его случае вы размениваться будете как раз в пользу таки свою. И это довольно-таки радует. Мне очень понравилось играть на данной машине именно от башни. Ну и давайте посмотрим на этого красавца в реальном бою. Что он собой представляет? Машина крайне бодрая по подвижности. Как я говорил, ребят, отыгрывать на данной машине необходимо в первую очередь от башни, прятать свой нижний бронелист. И поэтому, ребят, первый совет, который я могу дать, это сохраняйте спокойствие. Никуда не торопитесь, не пытайтесь выехать первым в атаку, как бы сильно вы это не хотели сделать. Держите себя в руках, будьте сдержанными, ну и, соответственно, объект 452К отблагодарит вас довольно неплохими результатами. Какими? Посмотрим в конце боя. Стоит помнить, ребят, по поводу того, что нижний бронелист настолько большой, что порой вы сами не замечаете, как он появляется в прицелах ваших соперников. Справедливости ради стоит отметить, что вот этот вот нижний бронелист и щеки корпуса, абсолютно картонные борта, компенсируются классной альфой в 460 единиц. И когда вы закидываете такую альфу по соперникам, а уж тем более, когда вы бьете довольно-таки больно по восьмеркам, то чувствуете себя, ну не знаю, какого-то плана окрыленным, что ли. Что касается времени перезарядки. Казалось бы, 11,8 секунды, практически 12 секунд, это должно быть долго. Но на удивление, ребят, на данной машине за все время боев я не почувствовал данного времени перезарядки как какого-то дискомфортного.
это вполне оправданное нормальное время перезарядки, которое позволяет вам довольно-таки часто, как для такого танчика с такой альфой, отбрасывать по своим соперникам. Что касается ДПМ. ДПМ, ребят, составляет 2345 единиц. Это действительно круто, и что самое классное, при грамотной игре на данной машине он вполне себе реализуем. Что касается сведения, как вы видели, в характеристиках было указано 4,3 с оборудованием и амуницией, но, ребят, в бою это практически не ощущается, это вполне приемлемая цифра, вполне комфортная, и да, порой хотелось бы, чтобы он сводился быстрее, ребят, но все-таки при 460 единицах альфы, мне кажется, что в чем-то машина все-таки должна проседать. Что касается разброса. Разброс, в принципе, комфортный, в принципе, нормальный, но без полного сведения довольно часто ваши снаряды будут уходить куда-нибудь не туда, куда вам хотелось бы. Ну и, соответственно, отсюда возвращаемся к вопросу: сохраняйте спокойствие, никуда не торопитесь. Находитесь рядом со своими союзниками, работайте вместе с ними, как это происходит сейчас в бою, и будет вам счастье, вы получите массу удовольствия от боя и накосите достаточное количество урона для того, чтобы быть на первых местах в команде. Уходите на перезарядку, как вы это делаете на барабанных танках, если вы часто на них играете. Ну, знаете, такая вот полушуточная игра, когда ты выезжаешь, даешь несколько шотов, прячешься за здание, ну а твои соперники в это время думают, как выковыривать твоих союзников, с которыми рядом ты находишься. Что касается точности орудия, то, как я уже говорил, без полного сведения периодически бывают, безусловно, промахи, и это периодически расстраивает, но в то же время стоит помнить, что вы обладатель очень крутой бронированной башни, которая позволит вам сдерживать удар. Даже если вы промахнулись и разменялись не совсем в свою пользу, то в дальнейшем отстаивайтесь и не подставляйтесь. Вас будут пробивать, и от этого вы не застрахованы. Вы, может быть, не успеете откатиться назад. Но все же, ребят, когда вы выкатываетесь вперед и частично прячете свой нижний бронелист, поверьте мне, ваши соперники вас однозначно боятся. Подвижность машины позволяет абсолютно спокойно перемещаться по карте, менять позиции. Вы абсолютно спокойно сможете подъехать туда, куда вам нужно, тогда, когда надо. Главное вовремя остановиться. Главное не упороться и не пойти на пролом. Если вы пойдете на пролом, а уж тем более, если вы попадете в окружение, то здесь, ребят, счастья вы однозначно не сыщете. Вас будут разбирать, вас разберут очень быстро, и вы будете крайне-крайне расстроены. Но, ребят, эта проблема не объекта 452К, это проблема, которая преследует меня уже 9 лет. А именно столько я играю в танки, и именно столько я не могу сам себя приучить к тому, что порой есть такие тачки, на которых не стоит сразу с корабля на бал, на которых стоит играть осторожно, аккуратно и в таком случае получать максимальное удовлетворение и давать максимальные результаты. Будете ли вы полезны своей команде на объекте 452К? Однозначно будете. Но, во-первых, давайте начнем с того, что ваши соперники будут вас бояться, потому что когда вы стоите в грамотной позиции и прячете свой нижний бронелист, то они с вами сделать ничего не могут, и это их немножечко пугает. Никто не будет идти к вам лоб в лоб на пролом, и поверьте мне, долго будут думать по поводу того, каким конкретно образом безопасно для себя можно к вам подобраться. Порой пушка удивляет и даже без полного сведения попадает четко в цель. Это тоже не может не радовать, и как вы видите, ребят, такие ситуации в бою происходят периодически. Короче говоря, самый лучший вариант игры на данной машине — это не торопясь, спокойно, в поддержку своих союзников, потихоньку продавливать какое-то направление, не пытаясь быстро победить. Берите медленные победы, но в большом количестве. Именно таким образом я отыгрывал на данной машине, когда катался, и получал от этого неимоверный фан. А это самое главное в нашей игре, получать удовольствие от процесса, которым ты занимаешься. Отвлекаться от обыденной жизни на что-нибудь успокаивающее. И вот эта машина позволяет вам получать такое удовлетворение.
данном случае победа была получена не путем того, что мы разгромили полностью всю команду, но, ребят, обратите внимание на результаты, которые объект 452К принес в данном бою. Мы занимаем первое место в команде по урону. Мы наносим, друзья мои, целых 4264 единицы урона, делаем один фраг и при этом получаем знак классности первой степени. Что касается фарма машины. Машина фармит довольно неплохо, хотя это коллекционка, и за такой бой вы получаете 95 тысяч. Не предел мечтаний, не, в принципе, машина для заработка, но в целом довольно неплохо. Ну а первое место в команде по урону не может не радовать. Вот такой вот он объект 452К и абсолютно честное мнение о нем. Не все 100% боев будут на нем победными, но то, что вы будете получать удовлетворение от этих боев, это я вам гарантирую. Если вы за честность автора, если вы за честные обзоры на машины, обязательно подписывайтесь на канал. Возвращайтесь, я всегда вам рад и снимаю специально для вас. И побежал снимать для вас следующее видео. Ну а вам, как обычно, побед, мира и спокойствия.